Чечены приедет в Россию до конца апреля. Об этом официально заявили в Кремле. Это первая поездка северокорейского лидера в Россию. Точные даты и место встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина пока не называются. Но по данным агентства Ренхап, встреча пройдет во Владивостоке. О том, какие темы могут обсудить два лидера, нам рассказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Я думаю, прежде всего будут говорить о ситуации в области безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Я думаю, что если Северная Корея заверит российское руководство, что она останется приверженной вот такому политико-дипломатическому решению проблемы, будет продолжать переговоры с Соединенными Штатами и с Южной Кореей, то, я думаю, Россия может более активно поставить вопрос в Совете Безопасности, возможно, вместе с Китаем, о том, чтобы часть санкций была снята или как-то смягчена. Отмена санкций была одной из главных тем на встречах Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Северокорейские и американские лидеры провели уже 3 двусторонних саммита. Правда, последний, февральский, закончился досрочно. Трамп тогда заявил, что Ким Чен Ын хотел полной отмены санкций, к чему Вашингтон пока не готов.